Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля, и здесь о жизни и танцах в Санкт-Петербурге. Начинаем наш влог с лесного путешествия. Это озеро Белое. На крюкашку не наступи. Она гуляла в лесу. Смотрите, какое клевое озеро. Ни души, вообще никого нет. Мы тут одни. Вода ледяная. Уже потрогали. Но туда больше не пойду, там грязно. Зато красиво очень. Сегодня солнечно. А, кстати, сегодня... Сегодня 1 мая. Всех с праздником. Вот и познакомились. Ходила, пускала слюни на шикарные дома. Так, надеюсь, сейчас никто там с ружьем не выстрелит мне в жопу. Блин, какой офигенный забор. А за ним классный дом. Возможно, это горка. Домик захотелось загородный себе. А вот домик, в котором мы отдыхаем. Такой малыш двухэтажный, прикольный. Там беседка. Мангал, на котором вечером будут шашлычки. Такой вот хорошенький. Тут есть место для чила. Да, птицы орут. Все хорошо. Какая красота. Сижу, кайфую на веранде. О, господи. Я так долго ждала эти выходные. Это ли неудовольствие самое настоящее? Чил на веранде. А все работы сейчас будут. Такой классный домик у нас. Красивый, маленький, но двухэтажный. На втором этаже спальня. Потом сделаю небольшой обзорчик. Покажу вам, что внутри. Тут у нас свежее пюре. Клубничная, пожалуйста, покажите поближе. Очень ароматно, очень вкусно пахнет. Это будет вкуснейший коктейль лимончелло шприц с клубничным пюре. Но они как-то нашли. Я добавила побольше пюре клубничного. Прямо все очень фруктово. Так, я думаю, замариновала мясо. Надеюсь, получилось вкусно. Угли готовы. Несу мясо на угли. Ну что, шашлыки уже готовы. Угу, сейчас будем снимать. Я на веранде. Играет музыка. Я нарезала свежие овощи.
Сейчас будем пробовать вкусный шашлык. Вкуснейший завтрак на природе. Сосисончики с сырочком. Красота. Жаба. И классно это море. Так, мы уже выезжаем. Я вспомнила, что не сняла обзор домика. Так, вот на входе здесь такой милый диванчик. Затем сразу кухня. На кухне все есть. Есть посуда, плита. Небольшой холодильник. Тут вся посуда, бокалы. Вот, это уже все чистое. Мы за собой убрали, помыли. Правило дома — сдавать его в таком же виде, как и принимали, то есть чистым. Здесь санузел, душ, туалет. Тоже очень миленько. Вода теплая есть, все есть, полотенчики есть. Милые тапочки дают. Так, вот такая лестница ведет на второй этаж. Поднимаемся. И здесь спальня. Небольшой столик, свет, вешалка, пуфик, окошко и красивый вид. О, а вот там баня. Баня, бочка. Блин, кто так же, как и я, не смотрит в окно перед тем, как выйти на улицу? Я не взяла зонт. Надела пальто. Блин, это дожди на такой. Ладно, какие у меня варианты? Никаких. Подожди. Сегодня суббота. Обычно в субботу у меня нет занятий, но сегодня у нас девочка подключится к съемкам видео, поэтому я еду на 3 часа в школу репетировать с девочкой. Вот, я засниму вам немножечко, покажу, какие мы красивые, как мы стараемся красиво танцуем. Так, ну сначала возьму с собой кофе. Кофе добыт, и я двигаюсь. По прогнозу вообще дождя не обещали. Так, ну я живу в Санкт-Петербурге, и то, что дождя не обещали по прогнозу, не значит, что его не будет. Вот как бы прямое доказательство тому. Я почему-то не посмотрела в окно перед выходом на улицу. Ну, благо я на машине, не сильно промокла, но все равно, как бы, когда знаешь, что тебя ждет на улице дождь, как-то по-другому себя ощущаешь, нежели когда выходишь, и он неожиданно идет. Так, первые мне вот такие приглянулись. По-моему, очень прикольные. Такие черные, хорошенькие, но они полностью пластиковые. Так, и сейчас покажу вторые.
здесь всякие разные есть. Так, вторые вот мне приглянулись круглые. Всякие леопардовые есть, зеленые. Так, но я выбрала черные. Черные, круглые. Так, примеряем. Нет, мне кажется, такие мне не идут. Первые намного круче. О, тут еще что-то есть. Нет, в целом то же самое. А, вот другая форма. Какие еще? Ну-ка. Опа-на. Примеряем. О! Такие, мне кажется, мне очень идут. Блин, прикольные. По-моему, классно. Так, ну на них даже написано, что они защищают глаза. Вот, сел, вот столько. Стоят. Ну, прикольные. Форма мне понравилась. Мне кажется, мне такие идут. Ну, тут, кому интересно, недорогие очки. Вот тут можно посмотреть. На всех написано, что они защищают от солнышка. Не знаю, насколько это правда, но на бирочке написано. Зашла в Republic. I love Republic. Зашла в Love Republic. Здесь такое все красивое, уже летнее, из льна. Всякие топики, шорты, костюмчики летние. Очень красивые платьишки. Такие сумочки блестящие, в общем, я как настоящая девочка. На все блесточки падкаем, на красивые платьишки. Хожу, любуюсь, вот из льна прикольные всякие вещи. Много классных льняных вещей. Зима, летом будет бум на льняное. Я уже с прошлого года снова на него засматриваюсь. У меня уже есть брюки, рубашка. Так что я летом буду в тренде уже. Я уже прошлым летом много носила. В целом я давно его люблю. И хоть он и мнется, все равно летом отдаю ему предпочтение. Хлопок, лен, что-то я там натуральные материалы. Поэтому летом самое то. Такой у меня сегодня образ, расслабленный. Встречаю рассвет. Больше, чем все аплодисменты нашему дуэту. Мы растаем, будто дым на танцполе. Смешаем эту ночь с любовью. На нас смотрят сотни тысяч этих глаз. А мы целуемся при всех, как первый раз. Когда ты рядом, больше не надо. Вот такой красивый макияж у меня получился. Занял всего минут 15-20. По-моему, очень хорошо. Такая свеженькая.
С учетом того, что я не спала сегодня до 6 утра. Получилось прекрасно, на мой взгляд. Вот такой у меня красивый мастер получился. Еду в Мариинский театр на балет. Очень давно хотела и в предвкушении. Очень хорошего вечера. Не скажи, кого ты не будешь. Не буду брать бинокль и буду пользоваться зумом на телефоне. Современные времена. А мне наоборот посоветовали взять бинокль, так что я буду брать бинокль. Ну, это прикол, типа, что ты без очереди потом можешь подойти взять свои вещи. Я просто использую зум на телефоне. Это нормально. Твои постоянные места для меня новые места. Так что... Взрослый кислородный коктейль. Вкусно, да? Опробуем. Кисло? Да, хорошо. О, пахнет вкусно. Кислородные усики, как будто бы. Да. Но они пропадают, да, Свет? О, я пальцем камеру закрыла. Нормально. Давай, чин-чин. Я нормально. Просто размер моего кальмара. Размер Машиного блюда. Маша, вы сделали верный выбор. Ваше блюдо прекрасно. Так, это свинина, да, у тебя? И у меня кальмар с рисом. Очень вкусно. По-моему, я прогадала с блюдом. Нужный, поэтому пришлось заказать второе. Она любила поесть, а кальмар был слишком мал. То ли дело курица с ананасом. Мы любили есть. Мой Лазелинский, здравствуйте. Спасибо.
на этом наша роскошная театральная жизнь заканчивается. Я думаю, еду на Лада Вас. Я на Ке. Ну, что поделать. Мы накопили еще на что-то мудрость.